Здравствуйте, это программа «Культурный экспресс», ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анета Дышекова, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми яркими личностями творческой сферы, а также с наиболее интересными культурными событиями, которые не прошли незамеченными, даже в период длинных выходных. Ну что ж, начнем. Поклонники творчества легендарной шведской группы ABBA уже обрадовались, когда услышали новость о том, что любимый коллектив вновь собирается и готовится выпустить сразу 5 новых песен. Но менеджер группы опровергла эту новость. Все началось со слов ведущего Джоффа Ллойда, который рассказал о беседе с основателем коллектива, в которой тот сообщил о 5 новых песнях и планах выпустить их уже в следующем году. По словам представительницы музыкантов, речь идет все еще о 2 композициях, и дата их выхода неизвестна. Кавказское Евровидение проведут на форуме Машук, который, кстати, впервые пройдет в онлайн-формате с 10 по 26 августа. Каждый регион представит 3 номера подряд – национальный танец, песню любого формата и молодежный номер. Это может быть небольшая театральная постановка, песня, танец, флешмоб. После всех 7 включений у участников будет возможность проголосовать за какой-то регион, который получит приз зрительских симпатий. В России с 15 июля разрешили открыть кинотеатры. Правда, они должны будут работать по правилам, которые утверждены Роспотребнадзором. Открытие возможно только по распоряжению главы конкретного региона. Кстати, у нас уже разрешили. При этом в зале будет ограничено количество зрителей. Смотреть кино нужно в масках, а билеты будут продавать так, чтобы между людьми сохранялась социальная дистанция. На соседних креслах могут сидеть только члены одной семьи. Кавказские красоты глазами талантливых художников. В Домбае прошел пленэр, на который съехались мастера кисти и холста из различных уголков России, чтобы творить шедевры на свежем воздухе. В одном из самых живописных мест Карачаево-Черкесии художники проведут около 10 дней. Наша беседа как раз с одним из организаторов этого пленэра Сергеем Кулешовым. Москвичка Инесса Морозова на Домбае. Впервые для нее, как для художника, пленэр – способ зарядиться энергией, чтобы этот запал еще долго вдохновлял ее на создание новых шедевров уже дома. Пишу здесь первый раз, услышала про такой проект, как «Кавказский маршрут», и не могла отказаться, потому что здесь уникальная природа, уникальные горы, такие красивые травы, все меня очень впечатляет. Ну и, конечно, организаторы мне тоже очень понравились, сильные художники. Нам, конечно, очень важно встречаться с художником, общаться, обмениваться опытом. Идея провести пленэр в одном из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии принадлежит сразу нескольким художникам, которые не один год дружат и периодически встречаются на творческих форумах. В этом проекте они решили объединить талантливых мастеров на одной площадке для обмена опытом. Сюда приезжают творческие люди, художники, которые желают поработать, пообщаться с разных регионов. У нас наша задача, цель – объединить художников разных национальностей, с разных регионов в сфере творчества, именно пленэра. Потому что пленэр он действительно объединяет. Домбай мы выбрали как исходную точку, где наиболее развита инфраструктура и, естественно, природа, просто потрясающая природа. Модель этого дня – зуб Сафруджу – скалистая вершина, которую в ясный день хорошо видно из самого Домбая. Художники торопятся перенести на холст ее яркий образ, чтобы по возвращении уже у себя в мастерской дописать детали и создать полноценную картину. Писать нужно быстро, у тебя времени очень мало, свет уходит, состояние меняется, а хочется передать состояние разное. Вот сегодня тут солнечный день, солнце светит, бликует на снеге, на воде. Это же место можно писать вечером, утром, это будет совершенно другое состояние. Кстати, в Домбай приехали не только мастера кисти и холста, есть здесь и искусствоведы. В чем же их задача на пленэре? Моя роль состоит именно в том, чтобы давать свои рекомендации по части именно истории искусства, связывать то, что мы делаем, наши достижения, весь наш опыт и удачи ошибок с опытом живописи на открытом воздухе, на пленэре. Опыт этот велик, он проистекает из Европы, прежде всего, из Франции. Мы отталкиваемся от традиций пленэрной живописи
импрессионизма. В России свои замечательные достижения на этой почве. Живописные виды Домбая собрали на одной площадке два десятка художников из разных регионов страны. Кто-то тут впервые, а других горный воздух и красота снежных вершин уже несколько лет подряд заставляют возвращаться сюда вновь и вновь. И пусть сам пленэр продлится всего 10 дней, художники планируют уже в августе вернуться в Домбай. Анята Дышекова, Назир Капушев, Архыз 24. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Спасибо, что нашли для нас время. Сергей, здесь, в Домбае, в одном из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии, проходит пленэр под названием «Кавказский маршрут». Вы один из организаторов. Расскажите, пожалуйста, что это за проект и чья идея была вообще проведение данного мероприятия? Ну, во-первых, все начинается с идеи всегда, в любые времена, в любом роде деятельности человека приходит какая-то идея, потом она воплощается в жизнь. Но самое трудное – это именно воплотить в жизнь идею. Потому что придумать можно все, что угодно. А вот чтобы эта идея стала реальностью, здесь уже нужно приложить много усилий, энергии, деятельности своей. А эту идею осуществляем 4 человека, нас, организаторов. Это Магомед Закриев, художник из Чеченской Республики, это Вадим Гаврин, искусствовед из города Кисловодск, и 2 художника из региона Кавказские минеральные воды, Виталий Ветров и я, Сергей Кулешов. Где вы встретились, где вы решили это все? Встретились мы очень давно, уже много-много лет дружим, общаемся, постоянно выезжали в горы Кавказа, на пленэр, в другие места. И летом 2018 года возникла такая идея создать такой пленэр, на который бы могли приезжать художники, и не только художники, а, скажем, такие любители, люди, которые интересуются изобразительным искусством, но не находят или не знают возможности, где и как поучиться у кого. Вот мы приглашаем и художников самодеятельных и профессиональных, и вот в таком совместном творчестве проходят наши пленэры. Когда вы решили, что проведете пленэр, и вы сегодня уже здесь, сколько художников собралось на этой площадке? По-разному бывает, количество людей разное, но сейчас у нас около 20 авторов. Приехали в основном из Москвы, у нас бывали люди из Санкт-Петербурга, из Новосибирска, из Суздаля, из разных-разных регионов нашей страны. Естественно, и наши друзья, которые живут здесь на Кавказе, из Кавказских республик. Много друзей у нас, они тоже с энтузиазмом восприняли эту нашу идею, наш проект, и тоже нас поддерживают, приезжают сюда. Работаем совместно, как я уже сказал, здесь участвуют не только профессиональные художники, сложившиеся художники, но и люди, которые только начинают свой творческий путь, или уже взрослые люди, но желающие научиться изобразительному искусству, и в частности пленэрному направлению в изобразительном искусстве. Вот вместе мы работаем. Те люди, молодые художники, которые совершенствуют свое мастерство, или те самодеятельные художники, которые участвуют в нашем проекте, в таком совместном творчестве они быстрее схватывают и понимают принципы, особенности пленэрного искусства. Угу. Все-таки какая самая главная цель этого пленэра? Познакомиться друг с другом или же все-таки какие-то, может быть, новые открытия для себя сделать? Безусловно, люди, которые приезжают, мы, конечно, знакомимся. Каждый из художников, приезжающих из других регионов страны, привносит что-то свое, какие-то свои технические приемы, какие-то свой стиль. Мы показываем свое направление. Происходит такой обмен, скажем, такой котел, в котором варятся разные стили, разные художники, разные направления, и это помогает каждому из нас. Но, безусловно, это не может быть такой доминирующей идеей, потому что встречаться можно и вне проекта. А задача у нас еще стоит такая, по крайней мере, мы для себя ее определили, это
пропагандирование природы Северного Кавказа, народов Северного Кавказа и создание такого благоприятного имиджа Северного Кавказа, в частности, вот Домбая. Мы решили начать наш проект именно с Домбая, потому что здесь вот это действительно жемчужина Западного Кавказа. Здесь очень близко находятся ледники, вершины необыкновенно красивые по форме, по структуре и достаточно удобная доступность вот к этому месту. Но планируется в дальнейшем расширять наш проект, чтобы мы были в разных местах Кавказа, принимали людей, показывали им Кавказ, гостеприимство народов Кавказа. Ведь это действительно уникальное место вообще на Земле, потому что на сравнительно небольшой территории сосредоточено очень большое количество национальностей разных народов. Это обогащает и сам Кавказ, и тех людей, которые приезжают, знакомятся с культурой Кавказа, с народом Кавказа, увозят отсюда потом и хорошие впечатления, и то гостеприимство, с которым люди встречают здесь. Вот как бы в таком плане. Давайте еще немножечко расскажем о том, как вообще сам процесс проходит для тех, кто, может, только начинает этим заниматься и в будущем присоединится к вам. Как проходят дни у вас? Это где-то в течение недели или 10 дней? Обычно у нас проходит пленэр 10 дней. Угу. Ну, уже исходя из опыта, который у нас имеется порядка 40 лет проведения поездок на пленэры Кавказа, и мы так пришли к выводу, что оптимальным сроком для того, чтобы что-то понять, чему-то научиться, это вот в пределах 10 дней. Люди, которые приезжают, конечно, немножечко бывают в шоке от красоты Кавказа, особенно те, кто первый раз приехал. Стараемся рассказывать, объяснять, рассказываем о географии, о легендах Кавказа. Вывозим не только вот в поселке Домбай проходит пленэр, вывозим в разные ущелья, показываем тоже места красивые. А люди, которые приезжают учиться, вот мне кажется, это очень важный момент в нашем проекте, потому что вот такие люди, они, как правило, очень энергичные, а они хотят много узнать, и они дальше рассказывают о нашем проекте в тех городах, тех регионах, откуда приезжают. Ну, еще такой момент мы для себя определили, я считаю очень важным. Ежегодно мы выпускаем такой каталог-ежегодник, посвященный именно нашему проекту «Кавказский маршрут». В этот ежегодник входят, безусловно, все те участники, которые принимали участие в проекте. И в этом году мы откроем еще несколько новых страниц, таких разделов в этом печатном издании. В марте месяце в этом году, когда вот начался этот коронавирус, и все мы столкнулись с проблемами с этими, с необходимостью самоизолироваться, чтобы быть как бы и на виду, и интересно проводить вот это время, мы решили еще в рамках нашего проекта «Кавказский маршрут» сделать такой онлайн-проект. Называется «Кавказ в творчестве художников». И вот уже в течение марта, апрель, май, июнь, уже июль идет. Мы на страницах в Фейсбуке объявили вот этот проект и пригласили в нем участвовать всех художников, и профессиональных, и самодеятельных. Люди присылают свои работы, работы своих друзей вот на нашу страницу «Пленэр Кавказский маршрут» с изображением различных мест Кавказа. Очень много откликнулось людей из разных, самых разных регионов, городов России, от Владивостока до Владикавказа, можно так сказать, да.
Вот. Ну, соответственно, конечно, Москва, Санкт-Петербург наиболее активные такие в творческом плане регионы, которые тоже участвуют в нашем проекте. В общем, проект на долгосрочную перспективу, я так понимаю. Мы надеемся, что это будет не просто на долгосрочную перспективу. Пока мы живы, мы будем этот проект продвигать, его как бы рекламировать, приглашать людей к сотрудничеству и так далее. Плюс вы еще хотите создать здесь постоянно действующую экспозицию, выставку, да? Есть такая идея. В этом, я надеюсь, нам вот помогает сейчас руководство вот этой гостиницы «Крокус». Первые работы вот один из наших организаторов привез для такой небольшой экспозиции, это Магомед Закриев. В дальнейшем надеюсь, что такой вот симбиоз гостиничного бизнеса, туризма и творчества художников даст какие-то свои плоды. Я думаю, что это и людям будет интересно, которые будут сюда приезжать для отдыха. Это будет, может быть, такой своеобразной, интересной изюминкой этого отеля. Угу. Сергей, вы сказали, что больше 40 лет выезжаете на пленэры. Расскажите, пожалуйста, какой, может быть, регион, может быть, место больше всего вас удивило и как-то повлияло на ваше творчество? Ну, наверное, вот все-таки Домбай, потому что это был первый регион Северного Кавказа, куда я приехал именно с целью написания этюдов. Это когда было? Первый раз это было в 1978 году. Сколько вам было тогда? Я был еще студентом Ставропольского художественного училища. Мы закончили только второй курс, и преподаватель нас сюда привез для того, чтобы мы здесь проходили летнюю практику, пленэрную практику. Вот тогда это стукнуло так вот по сердцу и по голове, вот это впечатление от этого места. Запала в душу. Потом, соответственно, появились и много друзей здесь, и местные художники Карачаево-Черкесии, с которыми мы очень хорошо дружим, постоянно пересекаемся на разных пленэрах. Вот. А были, конечно, и в других местах, и в Карачаево-Черкесии, это Архыз, например, очень интересное, красивое, необыкновенно интересное место. Вот были в Кабардино-Балкарии, проводили пленэры, в Чеченской республике, в Северной Осетии. То есть мы со временем охватим, ну, по крайней мере, мы к этому стремимся, разные республики Северного Кавказа, и с каждой из них мы будем знакомить тех людей, которые будут приезжать на наш проект. Угу. А сколько лет, получается, вы занимаетесь этим делом? Они, ну, занимаюсь, можно сказать, с рождения, 59 лет, но, скажем так, более осознанно, вот именно, ну, как бы именно вот направление пленэрной живописи уже так целенаправленно и осознанно стал заниматься, ну, скажем, где-то с годов 2000-х, вот. Было трудное время, 90-е, 2000-е годы, когда я сюда приезжал, то мало людей было, гостиницы все закрыты в то время. Вот тогда и появились очень много интересных людей, друзей здесь. А до этого чем занимались и почему решили перейти именно на пленэр? Я вообще-то начал заниматься как художник-график, я занимался линогравюрой в частности, акварелью, очень увлекала меня эта техника. Ну так вот получилось, что та поездка первая в Домбай в 1978 году, она как бы осталась в сердце таким приятным воспоминанием и все время сюда тянула. Поэтому приезжал сначала в одиночку, приезжал сюда с этюдником, там, с небольшими листами картона. А потом, когда стало много друзей, то с друзьями стали сюда приезжать.
Вот. И в конце концов вот пришли к идее создания такого вот нашего совместного проекта, чтобы рассказывать о Кавказе, о его природе и людях, людям всей нашей страны. Я так понимаю, вы лично всегда рисуете на природе, и в мастерских нет? Нет, конечно, нет. Почему? В мастерских тоже, безусловно, происходит работа, потому что есть такая специфика пленэра, что этюды, которые мы здесь создаем, они не всегда бывают законченными произведениями. А, естественно, хочется не только создавать вот быстрые этюды, которые мы на состояние, на погодные условия, на какие-то характерные места пишем здесь во время пленэра, но и создавать уже произведения, в которых бы мы старались передавать образ Кавказа, образ какого-то места, образ гор, образ людей. И вот грубо говоря, скелет вы здесь собираете или нет? Мы здесь собираем материал, который потом используем для создания уже больших работ. Вот так. Скажем, это те кусочки, те впечатления, которые потом складываются в ту идею, в тот образ, который задумывает художник. И вот из этих кусочков, впечатлений, которые набирает художник во время пленэров, уже создается произведение большое. Понятно. Сергей, что посоветуете начинающим художникам, может быть, тем, кто не может никак определиться, какое направление выбрать, пленэрное или, может быть, другое? Что самое главное, что можете сказать? Самое главное – не бояться пробовать. Если у кого-то есть возможность, кто-то сейчас смотрит вашу передачу, наши совместные, и захочет, может быть, к нам присоединиться, мы будем только рады. Смелее принимайте решение, приезжайте, попробуйте. Возможно, вам не понравится, возможно, вы не захотите потом в дальнейшем заниматься именно пленэрной живописью. Но вы, по крайней мере, попробуете это, почувствуете, как это, что это, какие особенности есть в этом направлении. А может быть, вам понравится. А молодым художникам или художникам, которые хотят научиться, тем более нужно приезжать на такие пленэры, чтобы работать рядом с уже сложившимися мастерами. Мы проводим мастер-классы, мы объясняем, мы подсказываем постоянно. Мы направляем такого вот художника, который только вот начинает свой творческий путь, подсказываем, какие краски, как взять замес, какие материалы использовать, как выбрать сюжет, как к нему подойти, с чего начинать, как продолжить. То есть вот это для молодых художников, начинающих, это будет, я думаю, хорошей большой школой. Ясно. Спасибо большое, вам Сергей. Спасибо большое. Я желаю, чтобы ваш проект жил и дальше объединял все больше и больше художников. Спасибо. Это было бы нам очень приятно. В рубрике «Ликбез» сегодня рассказываем про мегапопулярный испанский сериал «Бумажный дом» и приводим несколько интересных фактов о нем. Кстати, если еще не смотрели, то рекомендуем это исправить. Итак, первый интересный факт – это то, что у актеров не было полного сценария. Они получали его по частям перед съемками каждого нового эпизода. Так что никто из героев не знал судьбу своего персонажа. Сценарий писался параллельно с трансляцией. Создатели «Бумажного дома» рассказывали, что следили за реакцией зрителей на сюжетные повороты и только после этого решали, что делать дальше. До выхода на Netflix «Бумажный дом» выходил на местном испанском телеканале и провалился. Первую серию посмотрели 4,5 миллиона зрителей, и с каждым новым эпизодом их количество сокращалось. На Netflix же количество зрителей, например, четвертого сезона оценивается в несколько десятков миллионов. «Бумажный дом» стал самым популярным сериалом в 6 странах. Сериал вдохновил протестующих по всему миру, так как его герои пошли против системы. Песня «Белла Чао» вместе с культовыми красными комбинезонами и масками Сальвадора Дали появилась на акциях протеста в Ливане, Ираке, Франции и Чили. Все-таки искусство – огромная сила. Ну
Ну что же, это была программа «Культурный экспресс». Я надеюсь, вам было интересно. Увидимся с вами ровно через неделю.